Санюта Никая, 35-23. Сабба Сутта. Все. Монахи, я объясню вам, что такое все. Слушайте внимательно, я буду говорить. Как скажете, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, что такое все? Всего лишь глаз и формы, ухо и звуки, нос и запахи, язык и вкусы, тело и телесные ощущения, ум и объекты ума. Это, монахи, называется все. И если кто-либо скажет, помимо этого всего я опишу иное, то он не сможет объяснить, на основании чего он делает такое утверждение, и будет опечален этим. Почему? Потому что это вне его возможностей.